Через пару дней православные ставропольцы будут отмечать Воскресение Христово или светлый праздник Пасхи. Чтобы избежать погодных сюрпризов, редакция блокнота подготовила вам подробный прогноз на ближайшие 3 дня. Начинаем с пятницы. Днем будет пасмурно, столбики термометров покажут плюс 13 градусов, возможен небольшой дождь. Осадки в Ставрополе сопровождаются пробками, поэтому рекомендуем выезжать на работу заранее. В субботу 23 апреля потеплеет до 17 градусов. Ожидается ясная погода. На Пасху осадков не предвидится, но зато будет ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температуру обещают такую же, как и в субботу. Совсем скоро православные ставропольцы отметят светлый праздник Пасхи. В 2022 году он выпал на 24 апреля. Редакция блокнота поздравляет жителей региона, желает только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а в нем царят понимание, любовь и забота.